Борисович, недавно вышли новые рекомендации по лечению и диагностике неалкогольной жировой болезни печени. Скажите, пожалуйста, а что нового включено в эти рекомендации? Мы систематизировали эти представления, обобщили и мировой опыт, и национальный. Я должен сказать, что я слежу за международными рекомендациями и считаю, что у нас российский опыт переиздания таких рекомендаций с кратностью примерно раз в два года, касающийся всех дисциплин, всех направлений, он более удачный, чем международный, потому что мы успеваем включить новинки.